субботу вечером в железнодорожном районе выпала из окна 5-го этажа, оставленная без присмотра взрослых, девочка. Открытая створка пластикового окна, москитная сетка и бесконтрольные игры ребенка стали слагаемыми этого несчастного случая. Первую помощь ребенку оказывали соседи, которые услышали истошные крики старшего брата девочки, обнаружившего падение сестры. Выйти из квартиры он не мог. Ненадолго уходя из дома, взрослые заперли детей. Врачи делали все возможное. Ребенок был без сознания, но жив. Девочку 1,5 лет в срочном порядке увезли в реанимацию. Девочку положили на эту самую решетку. Ну, что дышит, да, но она без сознания была, и все, ее увезли. А дома кто-нибудь вообще был? Там был, мы так поняли, это брат, наверное, старший, может быть, 10 лет где-то. Потому что, ну, такой уже голос. Он кричал там, ну, дышит, не дышит, а их родители закрыли, они в магазин ушли. И все, и вот он не выйти, ничего не может, кинул сим-карту, чтобы позвонили родителям. Чудо не произошло. Малышка, получившая множество травм, скончалась в больнице. Гибель ребенка стала предметом доследственной проверки. Сотрудники Следственного комитета будут выяснять, почему за малолетней девочкой присматривал старший брат и почему дети остались без какого-либо надзора. Заинтересуют проверяющих и механизм этой трагедии. Каким образом девочке удалось забраться на подоконник? В Хабаровске это как минимум второй в этом году случай гибели ребенка, облокотившегося с виду на прочную москитную сетку. С места происшествия Денис Коршунов, Ольга Соколова и Андрей Алферов.